Всем привет, дорогие зрители, меня зовут Никита Кологривый, и сегодня я приглашаю вас в кино на замечательную семейную комедию «Кот и пес», где я озвучу одного из главных героев, веселого, добродушного, но очень смелого пса по кличке Чичи. Стоять! Ничего, не хочешь знакомиться? А ну, бросай носище! Со своей замечательной, пушистой подругой-кошкой мы отправимся в веселые приключения в новой семейной комедии «Кот и пес». Стой, стой, стой! Что-то не так! Что? Ты даже комплиментика не сделал! А? Ни про усы, ни про хвост, ни про попу. Ты же в восторге? Нет. «Кот и пес» — это семейная комедия о невероятных, захватывающих и веселых приключениях домашних питомцев и их хозяев. Ждем вас в кино 29 февраля.